Я одна. Совсем одна. Я один. Тотально один. Будем вместе. Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Я аккуратно говорю тебе здравствуй. Аккуратно, потому что холодная реальность февраля, стужа вьюга. Все это не самые комфортные погодные условия для жизни. Приглашаю тебя к теплому огню. Потрескивают поленья. Жар согревает руки. Что мы здесь не одни. Здесь есть другие. Даже если сегодня тебе одиноко, помни, здесь есть другие. Наш голубой шар с 8 миллиардами людей стремительно движется сквозь космическое пространство в неизвестном направлении. И все мы вместе такие разные, такие непохожие друг на друга, в сущности, одно единое целое. И это осознание объединяет нас, тебя, меня и остальные 8 миллиардов. Это чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Сегодня в особенном формате.
Еще пару месяцев, и начнется весна. Затем лето. Я жду его с нетерпением. Обожаю, когда поют птицы. Ласковые лучи обжигают тело. Теплый ветер позволяет, наконец, раздеться. Ну а пока этого нет, мы будем согревать друг друга тем, что у нас есть. Наши сердца, которые отсчитывают ход жизни. Я приглашаю тебя в медитацию. Те, кто слышал предыдущие выпуски из этой серии, знают, что нам с тобой предстоит. Настоящее погружение в себя. Конечно, при условии, если ты выполнишь некоторые требования. Да-да, так бывает. Даже музыкальная программа «Chill» требует что-то от тебя. Конечно, я шучу. Все, что от тебя потребуется, слушать. Все свои органы чувств сконцентрировать в одно большое «слышу». Артём Дмитриев. Уже 16 лет я провожу с тобой эти практики. Практики встречи с самим собой. И вот парадокс. Мы сидим с тобой посреди 8-миллиардного населения. А встреча с тобой. Удивительно, не правда ли? Магия этой жизни в том, что ты всегда на встрече с самим собой. Ты доступен сам себе. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Некоторые считают, что это проклятие — быть наедине с собой. Однако психологические науки, а также эзотерические знания рекомендуют нам практиковать подобные мероприятия как можно чаще. Закрыть глаза, сосредоточиться, наблюдать за своим дыханием.
это и есть медитация. Глубокая концентрация на себе. Я рекомендую подобные выпуски для всех, кому больше 18 лет, а детям не рекомендую. Хотя говорят, что под мой голос совершенно изумительно засыпать. Давай проверим. В конце концов, сон — не такой уж плохой результат для чил. Прежде чем мы отправимся с тобой в длинное путешествие, длиною в час, я напоминаю тебе, что сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн и предлагаю ознакомиться с большим количеством услуг, которые мы оказываем. artdmitriev.ru. Оставляю заказчиков довольными уже много лет. Надеюсь, и тебя оставлю. Итак, медитация. У каждого человека в жизни бывают такие ситуации, когда необходим совет мудрого человека. Удивительным образом наше бессознательное, наше истинное «Я» знает все ответы. Все ответы содержатся внутри нас. При помощи медитации мы можем наладить контакт с бессознательным и получить ответ на любой интересующий вопрос. Давай проверим. Наблюдай за своими ощущениями в процессе. Отслеживай, какие эмоции ты испытываешь? Какие мысли при этом сопровождают тебя? Все эти факты очень важны для того, чтобы медитация оказалась по-настоящему полезной. Устраивайтесь поудобнее. Осознайте положение своего тела. Почувствуйте одежду. Ощутите свое дыхание. Вдох.
если у вас есть реальная возможность закрыть глаза, сделайте это. Позвольте этому трансу углубляться. Считается, что закрытые глаза способствуют погружению в бессознательное. Можно достичь того уровня, который необходим сейчас для внутренней работы. Можно поразмышлять о том, что в разные времена, в разных странах и у разных народов существовали различные способы, которые помогают разрешить проблемы и достигнуть своих целей. Один из таких способов, который издавна практикуется на Востоке, заключается в том, чтобы обратиться к более старшему и мудрому учителю. Такой учитель обычно живет вдали от людей, часто в горах. И для того, чтобы отправиться к учителю, надо на время оставить позади все свои повседневные дела и заботы, и, наконец, отправиться в путь. И вот ты в пути. Ты подходишь к подножью горы и начинаешь подъем. Оказываешься в лесу, который растет в нижней части горы. Можно продвигаться, постепенно поднимаясь, и видеть все, что тебя окружает. Деревья, кусты. Все звуки доступны тебе, и чувства, и запахи. Когда кончается лес, начинаются горные луга. Твой путь лежит среди всего этого многоцветия. Разнообразие форм и красок. Под высоким небом доносится птичья трель. Можно продвигаться в своем темпе, поднимаясь при этом все выше и выше. Наконец луга заканчиваются. Там, на границе лугов и скал, живет учитель. Он выходит к тебе навстречу. Рассмотри его повнимательнее. «Здравствуй, путник», — говорит тебе учитель. «Зачем ты пришел ко мне?» Теперь обращайся к нему со своей просьбой.
выскажи ему все, что чувствуешь. У тебя на это есть время. И вот этот учитель, которого ты встретил в горах, выслушивает тебя и говорит, что сможет тебе помочь. Он обучит тебя особой технике медитации. Наконец, после паузы, он берет тебя за руку и ведет в тихое укрытое место среди скал. И расстилает на земле коврик, сплетенный из стеблей тростника. И предлагают тебе занять особую позу для медитации. Садись. Закрой глаза и расслабься, говорит учитель. Дыши всей поверхностью тела, каждой клеточкой своего организма. С каждым вдохом чистая энергия устремляется внутрь тебя. Кажется, что сам космос присутствует здесь. С каждым выдохом выдыхай все лишнее, все ненужное, все, что мешает. Чувствуешь себя одним целым со всей Вселенной, со всем космосом. И, наконец, учитель открывает тебе самую главную тайну. Сам человек. Где же спрятана главная тайна человека?
вершине самой высокой горы, или в глубине самого глубокого моря, везде побывали люди. Тайны там нет. Тайна спрятана внутри тебя. Там, где никогда не придет в голову искать ее. Тайна. Если тебе хочется, ты можешь изменить положение тела. По-прежнему старайся вдыхать всем организмом, каждой клеточкой, свежую, чистую энергию, которая устремляется к тебе из космоса, со всей Вселенной. С каждым вдохом и выдохом накапливается все больше и больше энергии, которая позволит решать проблемы, преодолевать трудности, достигать цели. Вдох и выдох. Теперь знание о себе, та самая тайна, навсегда с тобой. И это по-настоящему хорошая новость. Медитация. Теперь ты можешь подвигать своим телом, ощутить его легкость и свое преображение. Возвращайся. Возвращайся. Ты выходишь из пещеры. Вокруг тебя бескрайние горы. Твой путь снова лежит среди горных лугов, среди этого многоцветия, под высоким небом, с которого доносится птичья трель.
цвета стали ярче, небо выше, дышать легче. Луга кончаются, начинается лес. Деревья, кусты, травы. Можно заметить, что в лесу стало словно просторнее и светлее. А идти легче. И вот, наконец, ты выходишь из леса. Полностью спустившись с гор. С каждым шагом все больше и больше ты возвращаешься к своим повседневным делам. Сделай глубокий вдох. Выдох. Теперь тебе доступна тайна того, какой ты есть. Сохрани ее хотя бы на ближайшую неделю. Медитация. Thank you.
нами это случается не так, чтобы часто. Последнюю медитацию, в которой мы вместе с тобой входили, можно отнести к месячной давности. Последняя медитация случилась с нами приблизительно пару месяцев назад. Для меня важно узнать твои впечатления. Как тебе было наедине с моим голосом и с этой музыкой? Чувствовалось ли одиночество, брошенность или наоборот? Сопровождение, забота, терпение и умиротворение. Если тебе нравятся подобные выпуски, приглашаю тебя в подкаст и обнаружить предыдущую медитацию. А если не хочется делать ничего, приходи на сайт chillrussia.ru. Там мы открыли круглосуточную радиостанцию «Радио Чилл». Такого добра там хватает. Не перестаю удивляться миру. На нашей маленькой планете есть все. От ненависти до любви. От чрезвычайных научных открытий до абсолютной тупости. Мир разнообразен. Выбирай, что хочешь. Сегодня медитацию. Я очень рад, что у нас с тобой есть один час каждую неделю. Чтобы в эту встречу было вот так. Возможно, тебе захочется дать мне совет. Что делать дальше? Как нам провести время на следующей неделе? Все социальные сети открыты для этого. Пиши. Ну а на сегодня практически все. Впереди рубрика «Классика», где я выбираю из многообразия треков знаковые. Мы услышимся спустя неделю. Пока. Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил. Be a boo, a joo, a nasa.
Permate a Johnny.